канале Shopping Show фейерверк новогодних подарков и скидок. Мы поможем вам подготовиться к Новому году, не выходя из дома. Shopping Show дарит всем своим клиентам персональную скидку в 10% при заказе на сумму 7 тысяч рублей и более. Вы заказали на 10 тысяч рублей? Ваша скидка составит 15% на весь заказ. А если вы настоящий мастер новогоднего шопинга, сформируйте свою корзину на 12 тысяч рублей и более, и мы подарим вам скидку 20%. Но и это еще не все. Всю неделю телеканал Shopping Show дарит новогодние подарки всем своим клиентам с каждым заказом. Новый день, новый подарок. Сегодня получите стильный платок «Шелковая нежность» абсолютно бесплатно. Следите за эфирами. Заказывайте, экономьте и получайте подарки вместе с телеканалом Shopping Show. С наступающим Новым годом! Добрый день, это телеканал Shopping Show, прямой эфир. И в преддверии Нового года мы готовим для вас сюрпризы и подарки, и очередные скидки. И готовим вас к Новому году, чтобы вы стали стильной, красивой, уверенной в себе женщиной. С вами Светлана Воронцова. И Арина Нагаева, это третий модный эфир. Подводя итоги первых двух эфиров, мы поняли, что с утра очень хорошо показала себя юбка Твиги. Это шедевр от бренда Олмис. Поэтому, пользуясь случаем, сейчас мы возвращаем юбку и начинаем с нее третий модный показ. Встречайте! Ну да, если вам нравится, значит, мы возвращаем в прямой эфир. Это наш закон. 1499 рублей, и эта цена была снижена с утра. Сначала юбка свет стоила 1999. Для меня это вообще фантастика, потому что здесь я вижу очень дорогие ткани и модные в этом сезоне. Один из них – бархат стрейч. Причем у нас 5 расцветок на выбор. Предлагаем сейчас познакомить вас с ними. Это яркий васильковый цвет. Следующий цвет – это изумрудный, зеленый. Очень красиво смотрится бархат, мне нравится. Вот очень хорошо сейчас видно бархат. Ты знаешь, Арина, я люблю велюр стрейч за то, что он выглядит как ткань хамелеон. Она переливается, повторяя движение вашего тела. Следующий цвет – это бордо, глубокий, винный. Могу сказать, что этот оттенок очень популярен. И не только в прошлом и позапрошлом году он занимал лидирующие позиции. Не только на подиумах мира, но и в гардеробе женщины. И сегодня в год огненного петуха оттенки красного. Такой насыщенный бордо тоже будет мега популярным. Ну и мы не забываем про базовый черный цвет. Как многие стилисты нашей телекомпании говорят о том, что черный этот цвет уж обязательно должен у вас быть. Вот если у вас уже есть, допустим, юбка-карандаш, то посмотрите на нее. Наверняка она просто обычная юбка-карандаш. Здесь мы предлагаем вам другой вариант. Здесь микс тканей. Ну и ты сама выбираешь сегодня юбку темно-синего цвета, так же, как и Марина. Внимание на подиум! Когда женщина спрашивает меня: «Света, у меня есть юбка, помоги мне подобрать верх». Сегодня это сделать очень легко, потому что наше специальное предложение дня – блуза с украшением вдохновения – отлично подходит к нашей юбке Твиги. Шифоновые королевские материалы будут отлично гармонировать с бархатным стрейчем. Марина выбирает альтернативу платья. Ты заметила, Аришка, что темно-синий цвет блузы и юбки идеально сочетаются друг с другом? Да, вообще идеально, как будто это действительно идеальное такое платье вечернее, потрясающе смотрится. Если вы хотите выбрать для себя юбку Твиги, например, со светлой блузой, давайте посмотрим на Лали. Юбка Твиги – яркий василек, очень красивый насыщенный цвет, но успокоить свой ансамбль вы можете верхом сливочного тона. Очень нарядно выглядит. Да. Лали украсила себя под цвет нашей студии. А еще я заметила, Ариша, что наши девочки постройнели. Да, и вообще вот за счет чего, интересно, они постройнели? А сейчас я готова раскрыть секреты ткани. Как я уже сказала, что здесь есть велюровый стрейч, но он здесь не один. Ты заметила, что по бокам ткань матовая? Да, конечно. Это секрет стройности, когда женщина выбирает матовые текстуры ткани. И, конечно же, визуально мы видим здесь с вами рисунок. За счет велюровой вставки она берет на себя взгляд. А вот матовая текстура по бокам будет стройнить фигуру, причем прилично, на 10 сантиметров. Вот, казалось бы, да, просто для красоты сделана велюровая вставка. Но нет, эта красота работает на вашу стройность. Эта красота придает вам, вашему силуэту, стройность. 1499 рублей. За юбку мечты просто, Свет. Да, мне очень нравится, как юбка сидит на фигуре. И при этом могу сказать, что трикотажно-вискозное полотно очень комфортно
комфортно облегает фигуру. Если вы хотите, чтобы в юбке вам было свободно, как, например, Марине, сейчас вы видите юбку на Лали. Лали носит 54 размер, юбка Твиги 54 размера. Но некоторые женщины, как Марина, предпочитают свободные юбочки, поэтому вы можете выбрать на размер больше. Выбирайте свой размер, они у нас от 48 до 60 и 1499 рублей. Это уже сниженная цена для вас. Утром эта юбка стоила 1999 рублей. Вот во всех магазинах обычные абсолютно юбки вы можете встретить по цене гораздо дороже 3000. У нас половина этой цены. Юбка необычная, праздничная. Меня только огорчает тот факт, что уже 100 юбок купили, а ведь это только половина нашего рабочего дня. У нас еще впереди рубрика «Мода». Хочу сейчас обратить внимание на качество. Вот ты знаешь, я уже давным-давно пришла к выводу, что покупая брендовые вещи бренда «Олмис», они не только оправдывают свое европейское все-таки существование, ведь конструктор-дизайнер Ирина Московцева живет и работает в Италии, но на благо российских женщин. Поэтому ткани европейские и качество здесь европейское. Посмотрите, ювелирная работа, да и только. Во-первых, здесь мы видим очень качественное присоединение пояса. Это поясничная зона с эластаном. Но как все обработано? Нити подобраны тон в тон изделия. И причем они эластичны. Вот здорово, это качество. Доказано, что бренд – это качество. И каждая деталь в этой юбке сделана с любовью. С любовью из Италии, специально для вас. Сегодня вы в подарок еще получаете с каждым заказом на телеканале Shop&Show платок. И это подарок от телеканала Shop&Show вам к Новому году. Может быть, вы хотите украсить себя им, а может быть, подарить кому-то. Давай посмотрим, Ариша, на длину. Длина юбки очень хорошая, она классическая, подойдет как молодым девушкам, так и взрослым женщинам. Вот эта длина чуть-чуть ниже колена, ее длина приблизительно 70-72 сантиметра, поможет вам не только отмоделировать вашу фигуру, но еще и сделать ножки изящнее. Вот, например, женщины, у кого полные коленки, выбирают такую длину, уменьшают размеры ножки. Да, Свет, вот даже если посмотреть на меня, вот я люблю именно такую длину. Я не очень большого, высокого размера, 1,69 м, 1,70 м примерно. И мне эта юбка хорошо закрывает колени, и мне это очень нравится. Юбку можно носить не только на праздничные мероприятия, учитывая трикотажные дополнения, ее можно носить и на работу. И не только с праздничной блузой вдохновения, а с вашим уютным джемпером или с кардиганом. А еще она будет отлично смотреться с вашим пиджаком. Вот такая юбка Твиги на все случаи жизни. Она вас сделает более стройной, и в ней вы почувствуете себя просто уникальной женщиной. 1499 рублей. Разве это цена? Ну, конечно, нет. Одна ткань только стоит 1 метр столько. Как стилист, Ариша, я всегда помогаю женщинам решить их основную проблему сочетания оттенков и форм. Ну вот, мы выбрали сейчас юбку Твиги. Хочу сказать, что те женщины, кто любят однотонные костюмы, могут выбрать сегодня к нашей васильковой юбке васильковую блузу вдохновения. А вообще у нас 4 цвета. Наша ведущая Ариша тоже выбирает сегодня для себя готовый ансамбль. Да, у меня сегодня тоже блуза вдохновения и юбка Твиги. Но я не сдержалась. Я смотрела первые 3 эфира на Свету, и я понимала, что чувствует она себя в ней просто великолепно, а выглядит сногсшибательно. Посмотрите, сегодня блуза вдохновения доступна и вам. И вместе с таким замечательным подарком от телеканала Shop&Show и от наших производителей. Кстати, наша Арина тоже еще там модница. Она очень часто любит выбирать украшения. Но сколько она на них тратит? Поэтому сегодня Арина озадачила меня. Свет, это наш последний эфир с Ариной Нагаевой. Дальше будут работать наши коллеги Лера Сова. Хочу сказать, что я сегодня, Арина уходит не с пустыми руками. Для новогоднего праздника я для Аришки подобрала красный цвет. Но скажите, ярким брюнеткам он очень подходит. Арина накрасила губки сегодня нашей помадой из рубрики «Красота». Оставайтесь, и мы вам подберем тон. А еще хочу сказать, что мы готовим вам настоящий подарок. Прежде всего, это богатство выбора цвета. Бренд «Ларичи» отличается тем, что предлагает вам насыщенную палитру. Первый цвет у нас темно-сапфировый. Вот сейчас Света его показывает вам поближе. Следующий цвет молочный, очень освежающий. Ты знаешь, это нарядный. Праздничный вариант. И многие женщины, вот те же педагоги, очень часто выбирают для себя торжественные блузы. Вот почему бы не определиться с блузой вдохновения. Ну и мой выбор. В первые 3 модных эфира я выбирала для себя васильковый цвет. Каждая блуза придет к вам с подарком. Кстати, по опросу наших телезрителей, они оценили вот этот кулон в 1000 в 2. Поэтому вы экономите сегодня. Да, еще в подарок вы получаете сегодня платок от телеканала Shop&Show. Но у нас еще фестиваль скидок, и вас ждут скидки. Если вы сделаете заказ на сумму более 7000 рублей, то ваша скидка в 15% гарантирована.
гарантированно. Давай поговорим об удобстве. Вот ты сказала, что я наслаждалась свежестью, свежестью, да, дыханием тела. Могу сказать, что это все благодаря летящей текстуре шифонового полотна. Ты знаешь, Ариша, вот я сейчас прихожу к тому, что все-таки современные ткани не только красивы, они не только богато выглядят, они еще и очень прочные. Вот если раньше моя мама не покупала шифоновых платьев, а так хотела, то могу сегодня сказать, что добавление полиэфирного волокна в современные смесовые шифоновые полотна продлили им жизнь. Это декоративный шифон. Он также, как натуральный, имеет эффект прозрачности, но ваше тело здесь будет закрыто. И также струится, король струящегося силуэта доставит вам наслаждение. Свет, здорово. Значит, ткань у нас крепкая. А вот про закрытое тело расскажи поподробнее. Ты знаешь, наша блуза «Вдохновение» меня удивила дизайном. А, во-первых, там помимо шифона есть еще одна ткань. Она точно такого же цвета, как летящее шифоновое полотно. Но это вискоза, и сделана она по типу топа. Поэтому, надевая блузу, смотрите, топ чуть-чуть просвечивает, но на самом деле топ-то защищает ваше тело. Вот как здорово. Иногда покупаешь шифоновую блузу и не знаешь, что надеть вниз. Все время бегаешь по магазину и в поисках какого-нибудь топа или телесного цвета, или цвет-цвет, но никогда не попадаешь. Здесь дизайнеры все продумали. Посмотрите, какая потрясающая блуза вдохновения. 2299 рублей. Это специальная цена сегодня. Телеканал Shop & Show выбирает хиты и дарит вам максимально выгодные цены. Я бы еще хотела обратить внимание на размерную линейку. Вы видите, что на подиуме собрались наши красавицы, и у всех различный рост, цвет волос, ну и, конечно же, тип фигуры. Типом фигуры мы и отличаемся друг от друга, у каждой свои особенности. Так вот, преимущество нашей блузы в том, что она, во-первых, садится на любую фигуру, раз. Во-вторых, при помощи свободного летящего кроя вы можете отмоделировать свою фигуру. Вы что думали, что для коррекции вашей фигуры вам только диеты помогут или физкультура? Нет, правильно подобранная одежда. Но не забывайте про аксессуар, который часто возникает, главная проблема женщины, как дополнить свой праздничный ансамбль. Этот кулон приходит к вам. Допустим, если вы не захотите надеть этот кулон, можете надеть свое украшение или этот кулон носить потом со своими какими-то другими элементами гардероба одежды. Сегодня это максимально выгодная покупка на телеканале Shop & Show. Сегодня это специальное предложение дня. И только сегодня действует эта цена. Уже 400 модниц оценили наше вдохновение, ваше вдохновение. Это на новогоднюю ночь. Ну а сейчас давайте поговорим о качестве. Хочу сказать, что шифоновое полотно очень сложно оформлять и закреплять, так как оно относится к сыпучим тканям. Мы с вами проверили прочность ткани, то, что она у нас совершенно не лопается. А сейчас давайте посмотрим на рукава. Наш рукав не перегружен. Вот многие производители, кто экономит на европейских машинах, делают несколько раз, перекручивают материал. Мы пошли другим путем. Компания-производитель Ларичи предлагает вам легкие летящие рукава с обработкой. Это называется шов-закрутка или американка. Он позволяет рукавам выглядеть легко. И шов здесь почти не виден. Представьте, ниточка к ниточке. Здесь даже нет миллиметра пропуска. Вот такое плотное, такая плотная окантовка. Вот здорово, это еще и надежная защита нашей блузы вдохновения. Свет, вот ты рассказала про рукава. Ты потом расскажи, пожалуйста, обязательно про манжет, который крепится внизу. Ну, вот сейчас блузы. Наш режиссер нацелился, мы видим с вами эти швы. Вот на это самом важно. Деле, можно лупу приставить к нашим швам, и мы с вами не увидим ни одного изъяна. Очень качественная и красивая работа. Но сейчас, отвечая на вопрос нашей ведущей Арины Нагаевой, могу сказать, что бренд Ларичи предлагает вам очень компактную и блузу, которая подстраивается под ваши параметры сама. Благодаря манжете. Манжета здесь творит чудеса. Во-первых, при помощи манжеты вы можете посадить эту блузу на любой тип фигуры, раз. Вы можете отрегулировать посадку и длину блузы. Но еще это красивое завершение вашего летящего силуэта. Вот, Свет, здорово. То есть, если фигура не очень стандартная и бедра шире, то можно легко подобрать свой размер. И эта блуза вам однозначно подойдет, потому что здесь внизу все тянется. А здесь абсолютная свобода и комфорт. И эта блуза не потеряет свои яркие краски после первой стирки. Эта блуза будет яркой всегда. Я могу тебе сказать, не только после первой. Она выдерживает 700 стирок, потому что мы очень часто проводим эксперименты. Давайте еще раз вспомним, какие расцветки мы вам
предлагаем. Это сливочный цвет, темно-синий цвет. У нас есть фавориты этого года, яркий красный. И многие женщины, кто боялся сделать шаг навстречу своему яркому индивидуальному стилю, сегодня могут это сделать и при помощи василькового синего. Кстати, васильковый синий украшал меня, и мои серо-голубые глаза стали синими. И ты была у нас королевой утренней. Станьте и вы королевой Нового года, ведь цена сегодня такая приятная, вы можете экономить. И вы можете потратить бонусы перед Новым годом, которые вы весь год копили на золотую карту. Кстати, мне мама недавно звонила и говорила: Света, а когда бонусы перестанут действовать? Мама, до 31 декабря. Спешите. После 31 декабря бонусы уже не действуют, поэтому все ваши накопления могут сгореть. Поэтому вы спешите и потратьте бонусы, допустим, на эту блузу вдохновения. Тем более в подарок вы получаете сегодня и кулон, и шейный платок. Давайте посмотрим сейчас еще раз на расцветки. Они все четыре здесь. Арина выбирает красный, сливочный, темно-синий и васильковый. И не забывайте, что сегодня, как стилист, я предлагаю вам пополнять свои гардеробы не только блузой вдохновения. Наша юбка твиги идеально будет сочетаться с этой блузой. И если до сих пор вы не решили главную задачу предновогоднюю свою и не выбрали для себя ансамбль, еще не поздно это сделать, пока наша блуза вдохновения, да еще и с кулоном, к вам придет. Это потрясающее предложение только сегодня. Это специальное предложение, которое телеканал Shop & Show предлагает сегодня вам. Мы выбрали эту блузу, потому что она фаворит голосования, фаворит ваших сердец. Выбирайте и вы свое вдохновение вместе с кулоном в подарок. Качественное и красивое украшение. Ну а я сейчас хочу еще раз напомнить, что блуза — это тот базовый элемент, который легко сочетать как с брюками, так и с юбками. Давайте еще раз обратим внимание на размерную линейку. Учитывая свободный летящий крой блузы, то, что в зоне проймы вам нигде ничего не пережимает, блуза благодаря эластичности ткани подстраивается под любой ваш, под любые параметры, выбирайте размер в размер, и вы почувствуете, как в этой блузе ваша жизнь не только преобразится, вы будете чувствовать себя намного увереннее. Давайте в Новый год выйдем уверенными женщинами, красивыми и стильными, будем радовать себя и окружающих своей красотой и своим стилем. Блуза с кулоном вдохновения сегодня представлена в размерах от 50 до 60. Спешите, и вы можете успеть стать королевой вечера. А вот это что такое? Пока я была на рубрике «Красота», мои красавицы тут без меня все распределили, друзья мои. Это еще одна фантастическая премьера. На самом деле уже многие наши друзья, поставщики, производители, дизайнеры готовятся к поздравлениям к Новому году. Очень популярный за последнее время бренд Primavera радует сегодня необычным дизайном. Он выделяется из коллекции многих российских дизайнеров своей смелостью и хорошим сочетанием не только текстур. Вот сейчас я задам вопрос, Ариша, прежде чем мы начнем знакомиться со следующим предложением. Скажите, пожалуйста, что вы думаете, мы держим в руках? Несколько вариантов. Это одно платье, это два экземпляра, рубашка и платье-сарафан, или это туника? Так, вопрос принят. Я не знаю, что ответить. Я подумала, что это ответили. Рубашка. Конечно. Я подумала, что это отдельная рубашка, и на нее накинуто платье-туника. Да, я вот давно уже работаю со Светой и чувствую восторг в ее голосе. Ну, правда, сегодня премьера, замечательная премьера платья Монпелье. По цене премьеры 3499 рублей. Скидка 1200 на премьеру. Па-па-па-пам! Вы только посмотрите, это микс платье двойка. Кажется, что внутри у нас надета рубашка. Ну а сейчас представьте, рубаха плюс платье — это как минимум 3-4 сантиметра лишних. Зачем нам покупать рубаху, если бренд Primavera предлагает вам сразу две вещи? Это платье плюс рубашка два в одном. Мы отстегиваем с вами рубашечный воротник, и у нас получается отдельно платье-туника. Вот это да! Слушай, Свет, обычно вот если делают дизайнеры такие платья, то они их пришивают намертво, вот эти рубашки. Ну, потому что это неграмотный подход. Мне чем нравится Primavera? Да. Вот ее берешь, покупаешь, и на самом деле твой гардероб пополняется сразу двумя базовыми моделями. Смотрите, очень легко. Я на расстоянии, причем как сделали-то качественно. Здорово. Вот пуговицы на самом деле находятся внутри. Давайте еще раз посмотрим крупным планом. Итак, наши пуговки, вот они прозрачные. Это такая зона воротничка. А внутри мы видим с вами петельки. Смотрите, это сквозная петелька. 100% качество обработки. И вы просто-напросто пристегиваете ее. У нас два цвета на выбор.
Первый цвет это серый, который держит Света в руках. Очень стильный, сдержанный цвет. А вторая расцветка, как мы уже не раз сегодня заявляли, это оттенок бордо. Вот на самом деле я бы выбрала для себя серый, потому что бордовое я могу подобрать, например, аксессуары, а серый является универсальным. Причем могу сказать вам, намекнуть как стилист, у меня уже такая фантазия в голове. Да, вот я как-то покупала для себя лавандовую водолазку «Карамель». Что я делаю? Я отстегиваю воротниковую зону, выбираю водолазку «Карамель», надеваю ее под низ платья и хожу. Свет, то есть мы можем носить это платье отдельно от этого воротника? Ну, конечно. Пока я отстегиваю, посмотрим на подиум. Ой, так не терпится посмотреть. Мне очень хочется посмотреть на посадку этого платья, потому что дистанционно многие женщины могли подумать, что платье Монпелье имеет такой свободный крой. Но у нашей Лали вы видите, насколько красивые плавные переходы. Мне нравится длина платья и то, что здесь есть соблазнительный разрез. Причем глубина разреза очень деликатная. Это платье, в этом платье я вижу женщин, кто занимает высокий пост. Да. Я вижу учителей, очень достойное платье, особенно белый воротничок имитации рубашки придаст вашему образу еще больше нарядности. Ну а Марина выбирает бордовый цвет и смотрится тоже потрясающе. Брюнеткам всегда идут бордовые оттенки, конечно, это здорово. Ну что ж, я разделила и хочу показать вам сейчас. Девочки выбирают свои размеры, Марина носит 50-52, выбирает модель 52. Второго размера, причем благодаря трикотажному полотну платье не впивается в проблемные зоны, а плавно скользит от талии к бедрам. Вот таким образом многие могут завуалировать секрет фигуры. Да, Свет, давай поговорим с тобой о материале. Покажем сейчас вот эту красоту. Итак, вот он воротник, причем функциональны у нас только нижние пуговицы, верхние у нас сделаны по типу жемчужных украшений. Ну и наше отдельно платье, которое вы можете носить без воротничка. Отлично, замечательно. Слушай, это очень стильно и очень сейчас в моде, конечно. Давай поговорим о ткани. Держи воротник. Хочу показать, что наше полотно меланжированное. Это очень качественный трикотаж. Здесь хорошее содержание вискозы, и она чувствуется, знаете? Да. Вообще, как проверить ткань? Вот когда придет к вам это платье, поездите пальчиками, поскользите по ткани. Если вы почувствуете скрип, то там очень много синтетики. Но когда ткань очень нежно струится по телу, то это очень приятно. Меланжированное, бордовое с черным ткань в данном случае. И вот такие темные универсальные оттенки, конечно же, тоже моделируют фигуру. Очень приятная ткань, она плотная и упругая. Да, очень приятная. Это платье сезонное предложение, отличное, очень стильное и очень необычное. А также вы можете носить по-разному, то есть это два в одном. Заказали уже 61 платье, размер от 50 до 56. Мы выбираем размер в размер, учитывая эластичность ткани. Но если у вас есть секреты, особенно зоны бедер, рекомендую выбрать на размер больше. Специальным предложением сегодняшнего дня является блуза с кулоном вдохновения. Сегодня вы получаете не просто блузу, вы получаете эту блузу и в подарок получаете украшение в подарок. 2299 рублей – это самая выгодная цена, самая выгодная покупка на телеканале Shop & Show сегодня. Цена действует только сегодня, поэтому спешите, закажите. У нас нет несколько цветов на выбор и размеры от 50 до 60. Но как только нам сообщили из колл-центра, самой популярной расцветкой – это красный. Может быть, именно потому, что все хотят ублажить виновника следующего года. Год огненного петуха. Но я хочу сказать вам, что и синий цвет, и белоснежный, и темно-синий цвет будут мега популярны. Потому что каждая блуза к вам придет с подарком. А ведь там тоже есть мерцание. Да, и там мерцание, и эти блузы все яркие, а петух любит яркие оттенки. Но как бы то ни было, Новый год, конечно же, это все прекрасно, но как только он исчезает и проходит, мы пускаемся в гости, по гостям. Обычно я очень люблю эти дни отдыха, когда я провожу их со своей семьей. Если половину недели я занята на работе, я не вижу своего ребенка, то я очень люблю использовать выходные дни для прогулок. Да, сегодня согласна. Многие женщины, Арина, жалуются на то, что даже дубленки не спасают их от холодов. Давайте посмотрим на следующее статусное предложение нашего дня. Кстати, как ты думаешь, что это за мех?
Это шиншилла. Да, это шиншилла, только декоративная. Декоративные меха сегодня очень прочно обосновались на подиумах всего мира. Из декоративного меха делают сегодня шубы, шапки. Потому что именно благодаря тому, что все борются за права животных, гринписовцы, ну и, конечно же, эко-меха, сегодня можно за ними ухаживать дома. Свет, я не могу поверить, у нас пальто с мехом, потрясающим мехом, который нельзя отличить от настоящей шиншиллы. Сегодня у нас цена премьеры, это 11 499 рублей. Но не забывайте, ведь у нас на телеканале Shopping Show фестиваль скидок, поэтому на это пальто действует скидка 3900, ну плюс еще 15%, про которые вы знаете. Итого 9770 будет стоить вам ваше пальто вместо 11 499. Вот это фантастика! Я, конечно, всегда расстраиваюсь, когда у нас такие акции, а я быстрее, мы с моим ребенком покупали ей пальто, и я, конечно, переплатила. Не советую вам этого делать сегодня. У нас два цвета на выбор. Прежде чем познакомить вас с качеством, посмотрим на вторую расцветку. В ней наша Лали. Причем хочу заметить, что Лалечка носит 54-е, а в этом пальто выглядит на 50-й. Лали, что ты сделала? Ты просто надела пальто Альбина с эффектом стройности. Причем Лали выбрала вторую расцветку, классический синий цвет. И мех на нашем пальто, на синем, тоже тон в тон под цвет. Слушай, здорово, смотрится потрясающе. Этот синий мех прям под цвет пальто. И на другом пальто у нас другой мех, все по-разному абсолютно. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Телефоны для ваших звонков всегда бесплатные. Ожидание на линии тоже бесплатное. И размеры от 44 до 68. Ну а сейчас давайте посмотрим на 100% тепло. Так. Вообще, когда многие женщины выбирают пальто, сегодня они уже научены. Наш телеканал Shopping Show раскрывает секреты качества в прямом эфире. Знали ли вы, что 100% Фабертек сегодня лидирует и уступает ему место натуральный пух? Как аллергик могу сказать, пух я уже давным-давно не покупаю, а вот покупаю Фабертек. Почему? На самом деле каждое волокно Фабертека прошло определенную обработку силиконом. Что это дает? Это дает то, что упругий эффект силиконового покрытия не позволяет ни ветрам, ни морозам нарушить тепловую характеристику Фабертека. И даже сколько бы вы ни стирали эту вашу шубку, пальто Альбина, температурный баланс будет сохраняться. И сейчас главный вопрос. Наше пальто Альбина защищает вас, внимание, до минус 25, как тебе это? Слушай, потрясающе, Свет, такая защита до минус 20, а главное, что это пальто легкое, оно не ощущается на теле, то есть вы не будете носить ежедневно с собой груз и на работу, и на прогулки с детьми, или, может быть, внуками. А еще мне, Свет, не нравится, что пух всегда сбивается во время носки. Конечно, но наше пальто, я хочу тебе сказать, что это стеганое пальто, это очень модно сейчас, но не зря, технологи предлагают стежку. Во-первых, стежка закрепляет все три слоя. Это лицевая зона ткань дюспо с водоотталкивающим эффектом, то есть даже мокрый снег вам ни почем, вы будете всегда ощущать сухость. Дальше, у нас внутри Фабертек и подкладочные материалы, то есть все три слоя отлично закреплены сквозной стежкой. Ну и еще стежка – это секрет стройности. Слушай, Свет, я вот и сказала про три слоя, я подумала, ведь у нас зима, вот три погоды бывает, и мокрая зима бывает, и холодная зима бывает, и ветреная зима бывает. Да, мы еще раз подводим итог, что наше пальто спасет нас не только зимой до минус 25, но еще и в дожди. Я сейчас показываю наглядно еще одно украшение. Угу. Вот сегодня мы выбираем не только праздничную одежду с украшениями, даже пальто имеет такие аксессуары. А ты заметила, Арина, что сегодня дизайнеры предлагают нам украшения, но здесь очень достойно, оно одно, и оно берет на себя, а делает пальто необычным. Вот такая универсальная модель подойдет всем. И мне очень понравилось, что здесь не сквозные петли, а заклепки, которые не нарушают ткань дюспо. Это очень важно. Слушай, здорово, это для вашего удобства такие застежки. Они удобны именно в использовании ежедневном, и вам будет комфортно. Давай посмотрим еще на пальто. Я предлагаю вам заглянуть внутрь. Вот смотрите, наше пальто имеет свободный крой. У нас, кстати, двухфазная размерная линейка. Это двойной российский размер. Сделайте и выбрать дистанционно для себя пальто сейчас очень легко. Вы точно попадете в свой размер. Вот я только что говорила
говорила о качестве. А наш продюсер рассказывала нам сейчас историю, когда ее знакомая купила пальто, но там молния была не двойная. Да. А здесь у нас молния, можно расстегивать ее сверху и снизу. Что это дает? Когда вы садитесь в транспорте, когда вы присаживаетесь, если ждете автобус, там, в метро едете, молния часто расходится. Здесь вы можете сделать снизу и выбрать глубину разреза, как вам удобно садиться, двигаться. Поэтому такое пальто никогда не выйдет из строя. Вот здорово, больше не будет таких проблем, что вам нужно бегать и искать, где отремонтировать замок. Этот замок прослужит вам долго. Это качество, это надежность, это доступная цена сегодня. Сегодня в гардеробе каждой женщины должен быть пуховик пальто. Сегодня это современные технологии. Сегодня мы можем попрощаться с дубленками и шубами. Это будущее. Это самая удобная и самая комфортная одежда на зиму. Цена премьеры 11 499 рублей. И у нас скидка 15% вот по фестивалю скидок. Ну вот сейчас мы смотрим как раз на экран. Нам наша Лали все демонстрирует. Это очень удобно. Здесь двойная застежка, заклепки, молния. Ну и, конечно же, сегодня такую необходимую деталь в вашем гардеробе выгодно приобретать. Я бы, конечно, не советовала забывать про шубы. Женщины не надевают шубы, но в этом пальто вы уж точно будете защищены от морозов. Могу сказать, что наше пальто защитит, я бы даже не назвала минус 15, а даже до минус 20, потому что там внутри Fibertech, заменитель натурального пуха. Потрясающе! Сегодня Fibertech лидирует по тепловым качествам и по качествам защиты от ветра и дождя и мокрого снега. Пальто Альбина сегодня в размерах от 44 до 68. Выбирайте свой размер. Еще хочу сказать несколько слов про капюшон. Он функционален, но наш капюшон может превратиться просто в зону воротника. Смотрите, достаточно только легким движением приподнять его и спрятать под мехом. Учитывая то, что внутри у нас с вами Fibertech и ткань Dyspo, мех выглядит очень богато и складывается ощущение, что у вас два пальто. Один с капюшоном. Вот он. Причем капюшон очень глубокий. Его можно надевать как на голову, просто без шапки, а можно надевать и на головные уборы. Вот здорово. Вот я, допустим, не очень люблю головные уборы, поэтому капюшон – это то, что надо. Но иногда хочется убрать, чтобы выглядеть более нарядно. И еще хочу сказать, ребят, я хочу померить пальто. Знаете почему? У меня 52 размер. Вот хочу вам показать, что двойные размеры – это очень удобно. А мое пальто Альбина имеет размер 52-54. Смотрите, что происходит. Я выбираю это пальто размером 52-54. Идеально село. Во-первых, хочу поделиться, у меня широкие плечи. Смотрите, посадка по плечам, как будто кроили по мне. Дальше, очень важно, когда мы застегиваем пальто, вот так вот я это делаю, у меня остается немножко свободы, и это должно быть. Если бы пальто было только 52 размера, оно бы меня облепило. Очень удобное пальто, причем оно меня не полнит, а стройнит. Вот обратите внимание, как выглядит цвета. И делайте свой выбор, заказывайте свой размер и свой цвет. 11 499 со скидкой 15%. Какой цвет красивый! Очень. Но мы смотрим на Лали, потому что сегодня наша звезда. Ты что там танцуешь? Да, действительно, в таких сапогах можно пуститься в пляс. Встречайте полусапожки Альта! Сегодня полусапожки Альта – это прекрасное предложение. Цена премьеры – 3999 рублей. Размеры от 36-го света аж до 42-го. Просто радуйтесь. Кстати, 42-й размер очень редкий. Его разбирают быстрее всего. Могу сказать, что это не простые сапоги. Это сапоги, рассчитанные на полноватую ножку. Поэтому, внимание, мы приглашаем к экранам телевизора всех тех, кто до сих пор не нашел свои сапоги. У нас два цвета. Да, а первый цвет это коричневый. Горький шоколад, очень необычный цвет. И мне даже нравится, что здесь есть нотки бордо. Да, немножко. Я вообще люблю цветную обувь, поэтому это отличное решение, особенно для зимы. Ну что ж, и второй цвет, он очень популярен. Среди 80% женщин многие выбирают именно черный. Это правильно, он будет сочетаться с любым цветным пальто. Да, это классический вариант. Итак, цвет, но это натуральная кожа. Да, это натуральная кожа. На самом деле я раскрываю секреты, что я была приятно удивлена. Такое качество полусапожек Альта, натуральная кожа, а цена у них как за искусственную кожу. Могу сказать, что преимущество натуральной кожи сегодня в том, что это материал эластичен. Натуральная кожа в ней всегда теплее. Ты знаешь, все-таки статус это натуральную кожу никто не отменял. Но что я заметила в наших сапогах? Они безумно удобны. Мы вначале сказали, что наши сапожки рассчитаны на полную ногу. Давайте сейчас это и продемонстрируем.
Вот, допустим, у моей мамы проблемная нога, у нее косточки выступают, и никак не может подобрать свои сапоги. Давай посмотрим на полноту. Мы видим, что наши сапоги имеют эластичную вставку. Вот благодаря такой эластичной вставке, смотрите, ваши объемы увеличиваются на несколько сантиметров. Это очень важно для женщин, у кого полная икра. Кстати, у тебя тоже орешника, да, полноватая. Слушай, да, я никогда не могу сапоги нормально подобрать. Ну, вот посмотри на фасон наших сапог. Они расширяются кверху. Именно поэтому они отлично сядут, нигде не будет вам ничего пережимать, особенно в период зимы. Нехорошо, когда обувь передавливает кровеносные сосуды. Нога начинает быстро замерзать. Ну и, конечно же, у нас имеется, вот сейчас мы видим аксессуар, такой яркий дизайн. Это стильная кожаная пуговица и прошивка, которая образует такой узор. Слушай, здорово, такая полнота прекрасная и такая цена за натуральную кожу. 3999 рублей сегодня в магазинах. Вы таких цен уже больше не встретите. Натуральная кожа сейчас стоит от 8 тысяч. Это, ну, буквально за ботинки даже. Давай поможем дистанционно выбрать размер. Итак, размерная линейка от 36 до 42. Мне, кстати, очень нравится, что у нас удобная танкетка. Угу. Вот казалось бы, что она вообще не дает высоты. А нет! Плюс 4 сантиметра к вашему росту. При этом хочу сказать преимущество танкетки. Она позволяет женщинам с богатым весом равномерно распределять давление на ступню. Угу. Поэтому отдыхает позвоночник, ваша ступня. Вот в таких сапожках можно плясать, как это делала Лали. То есть вам рекомендуют и стилисты, и ортопеды именно такую подошву, очень комфортную для вашей спины. Свет, ну а что там внутри? Что будет нас согревать? Если говорить о зиме, то, конечно же, многие предлагают натуральный мех. А вот здесь, в данном случае, белорусские производители предлагают нам микс. Это утеплитель, который включает в себя натуральную шерсть, но он не толстый. И здесь, в данном случае, мы говорим не о количестве, не о толщине, а о качестве. На самом деле, вот финские технологии, которые выпускают спортивную одежду для спортсменов-экстремалов, для альпинистов, они именно выбирают такую текстуру. Она не поддается моли, то есть она не страшна, она более практична. Она позволяет ножке сохранять тепло внутри, потому что между этими ворсинками молекулы тепла вот образуют такую теплую атмосферу и сохраняются внутри, потому что все закрывается на молнию. Слушай, а главное, ножка не потеет, потому что уже вот сильно обилие такой мех, он не актуален. Сейчас очень популярно именно... Ну почему? Добавляют меха тоже. Я бы просто сказала, что для полной ноги толстый мех не нужен. Поэтому мы говорим здесь о том, что наши полусапожки Альта сядут на полную ногу. Полнота здесь даже не 8, а 10. А, можно считать, что полнота здесь 10. Но если у вас проблемные ножки, то вы обязательно должны сделать заказ и позвонить прямо сейчас по нашему бесплатному телефону. Сейчас ничего не надо оплачивать, никаких предоплат. Оплачивать вы будете только при получении, когда эти сапожки приедут к вам в город, и вы почувствуете весь комфорт натуральной кожи. Кстати, давай про комфорт поговорим. Здесь комфорт не только благодаря натуральной коже, но еще и подошве. Угу. Вот если даже сейчас посмотреть, Лали у нас продолжает плясать. Хитрая, она думала, что мы сейчас будем рассказывать. Ну, друзья мои, давайте посмотрим на подошву. Очень мягкая прорезиненная подошва, причем, Ариша, это литьевой метод соединения подошвы. Это позволяет сапожкам и по лужам ходить, и вы будете чувствовать себя защищенно, потому что она не пропускает влагу. Вот здорово, если вдруг вы наступите в лужу, то вам никакая влага не страшна. Эти сапоги вас будут защищать и на скользкой поверхности, и если вы, не дай бог, попадете в мокрую погоду на улице. Вы можете не беспокоиться, ехать на работу спокойно, ехать с работы спокойно, стоять на остановках. Это комфортная обувь для каждодневной носки, для ежедневной жизни. Полусапожки Альта, 3999 рублей, натуральная кожа. Ну, а мы продолжаем. Вот у меня уже предновогодняя эйфория, потому что как только наши байеры предлагают нам такую красоту, я не могу пройти мимо. Внимание, сегодня премьера! Для тех женщин, кто выбирает для себя необычное нарядное платье, могу сказать, вы затмите всех этим ярким блеском. Что мне нравится сегодня? Вы почувствовали предновогоднюю суету, когда женщины бегают, хлопочут. Вот у моей мамочки уже покупает продукты. И мне это очень нравится, когда у нас повышается настроение, и мы уже ждем этого чудесного праздника. Поэтому сегодня специально для вас телеканал Шоп энд Шоу позволит и вам выбрать свое платье.
ваш волшебный вечер. Платье по цене премьеры 2499 рублей. Света, потрясающе, я не верю своим глазам. Это платье стоит 2499 рублей? Да, но самое главное, что мне не нужно сидеть на диету, потому что это платье волшебный вечер делает меня волшебной, стройной. Вообще, я раньше думала, эх, в это платье не влезть, надо сидеть на диетах. Но без примерки это платье село на меня как влитое. Причем у нас два цвета. Темно-синий выбираю я, и яркий Василек я бы предложила тебе, Ариш. А так, еще один цвет. Так, у нас есть еще черный цвет. Да, у нас есть черный цвет. Давайте сейчас внимательно посмотрим на этот блеск. Я всегда говорила, как бы то ни было, женщины любят, когда все блестит. Но блеска должно быть в норме, то есть не перебарщивайте. Вот почему дизайнеры предлагают нам сегодня блестящее оформление только на зоне верха. Если бы это платье было сплошь блестящим, не думаю, что оно удовлетворило бы пожелания многих. Да, здесь все в меру, здесь все потрясающе. А главная цена, Света, 2499 рублей. Купить вечернее праздничное платье сейчас это нереально. Везде в магазинах и в интернете, где угодно, цены зашкаливают, потому что сейчас самый пик, перед Новым годом все покупают платье. Давай поможем определиться с размером. Вы уже выбрали свой цвет? Если вы выбрали такой же черный, автоматически черный стройнит. Наша Лена постройнела до 44-го. Лена, ты растаяла на глазах. Леночка носит 48-й, а платье на ней 50-го. Кстати, могу сказать, что у нас для вас, внимание, красавица с богатыми формами. У нас для вас размерная линейка до 68-го, причем она сдвоенная. Вот здорово, это значит, будет удобнее подобрать свой размер, конечно, если фигура нестандартная. Ну, да, смотри, допустим? У Марины, кстати, размер 50-52. На Марине сейчас платье «Волшебный вечер», который идеально подстраивается под фигуру. Марина выбрала 50-52. И мне очень нравится, что благодаря такой эластичной текстуре ткани платье может подстроиться под любые параметры. Если у вас нестандартная фигура, если у вас разница в один размер, посмотрите, наша размерная линейка сдвоенная. Свет, послушай, здорово смотрится на девчонках, мне нравится очень длина, на мне будет еще длиннее даже. Как ты себя чувствуешь, комфортно ли тебе? Очень комфортно, потому что здесь комфортные ткани. Даже вот мы сейчас смотрим на этот блеск, но я хочу сказать, что это лазерное напыление и нанесение. Сегодня очень часто это применяют дизайнеры, особенно в праздничных нарядах. Смотри, как все блестит, но на самом деле вот эта вся красота присоединяется при помощи лазера на ткань. Это очень качественная работа. Конечно, я могу сказать, что лучше стирать это платье на руках, освежать его, тогда оно прослужит вам гораздо дольше. Ну, а по поводу комфорта и уюта могу сказать, что мне очень нравятся здесь рукава. Так. Ты заметила, Аришенька, что они сделаны из двойной ткани? Да, очень. Да, это шифон гофре, здесь люрексовая нить и матовое полотно трикотажное. Почему? Да потому, что именно такой рукав уменьшает размер руки почти в полтора раза. Слушай, такие стройные ручки получатся. Она вроде прозрачная, но все в мере. Это эксклюзивное платье, специально сшитое для нашего канала. Платье «Волшебный вечер». Подарите и вы себе «Волшебный вечер». Размеры от 50 до 68. И цена премьеры. Обратите внимание. Но если говорить сейчас о секретах, то такое платье в магазине вы точно не встретите. Мы посоветовались с дизайнерами, с кем сотрудничаем уже не первый год, и попросили сделать такое платье, которого уже не будет ни у кого. К сожалению, у нас капсульная коллекция. Могу сказать, что эти платья отшиваются в определенном количестве. И сегодня впервые каждый из вас может заказать не только свой размер. Это сдвоенный российский размер, но и выбрать свой цвет. Давай еще раз посмотрим на то, как это платье преобразит каждую женщину, потому что оно сядет на любой тип фигуры. На любой тип фигуры, и такое платье вы не встретите, не придете на вечер, а там будет женщина в таком же платье. Такого не будет, все, такие ситуации в прошлом. С эксклюзивным платьем в волшебный вечер вы будете такая одна. Ну, или вас будет три, например, как три цвета платья. Могу сказать, милые женщины, как здорово, что сегодня на нашем телеканале мы продумываем не только самые модные тенденции. Мы думаем и о том, чтобы каждая из вас выглядела по-особенному. Поэтому сегодня мы с гордостью предлагаем вам премьеру. В этом платье я действительно, осанка как-то выпрямляется, фигура какая-то стала другая. И все это за одну секунду. Если раньше, хотя бы за две недели до Нового года, я ограничивала себя в еде и сидела на диетах,
то сегодня при помощи этого волшебного вечера моя фигура стала просто, ну не зову ее волшебной, ладно, но она все-таки преобразилась. Мне очень нравится, как облегает это платье формы, и то, что не доставляет мне дискомфорта, оно очень удобное, оно очень уютное, мне можно танцевать. И, кстати, в этом платье можно ходить круглый год. Свет, то есть ты готова провести всю новогоднюю ночь в таком платье? Я вообще хочу сказать, что отличное настроение сегодня благодаря блестящим текстурам и тому, что до Нового года остается всего 25 дней. Совсем скоро мы соберемся с вами за одним дружным столом, и на телеканале Shop & Show посыпется поздравление в ваш адрес, а у вас уже найдется свое праздничное платье. Но поторопитесь, платье должно для вас дойти, до вас успеть дойти. Да, заказывайте прямо сейчас, потому что волшебный вечер. Это не только ограниченная, лимитированная коллекция, сшитая специально для вас. Это еще и доставка, которая в ваш город может длиться, допустим, 2 недели. Ну а сейчас, Орешенька, я предлагаю посмотреть на качество, потому что многие женщины думают: 2500, что там за качество? Да-да-да. Отвечаем на ваш вопрос. Смотрите, даже такие детали, как двойная обтачка, смотрите, вот зона воротника, она усилена. Внутри флизелиновая ткань, причем она подобрана прям цвет в цвет. А еще я заметила, что здесь дизайнеры присоединили зону воротничка к внутреннему боковому шву, к заднему шву. Это дает вам возможность чувствовать себя комфортно, потому что зона воротничка никогда не собьется. Вот здорово, это такое качество, за которое не стыдно показать и за которое не стыдно. Это платье «Волшебный вечер». Создайте и вы свой волшебный образ. Вы еще не ослепли? У меня такое ощущение, что от такой красоты сегодня ослепла вся страна. Но на самом деле меня радует, что такие платья сегодня разве что можно встретить на подиумах мировых известных. Сколько, как вы думаете, стоило бы такое платье? Если бы мы сейчас убрали сцену премьеры, вы бы подумали, что оно, конечно, стоит порядком 5-6 тысяч. Даже особенно если вы ходили уже по магазинам и присматривали себе платье, можете, конечно, подождать и сходить еще раз в магазин, но вы там увидите заоблачные цены и низкое качество. Платье «Волшебный вечер» – это потрясающая цена премьеры – 2499 рублей. И это потрясающее качество. Ну, а сейчас многие женщины уже звонят в колл-центр, у нас там очередь, дождитесь, пожалуйста, ответа оператора. Многие спрашивают: Света, как стирать-то платье? Блески останутся? Конечно. Я вывернула изделие на изнаночную сторону, чтобы показать вам, что не только лицевая, но и внутренняя сторона здесь вся блестит. Между прочим, даже проверить сейчас это можно. Мой пальчик совершенно не блестит. Поэтому стирайте это платье, вывернув его на изнаночную сторону. При температуре 20 градусов гладите вы лучше тоже с внутренней изнаночной стороны. Ну и, конечно же, не перебарщивайте стиркой. Это ваше идеальное платье на идеальный ваш новогодний вечер. Сядет на любую фигуру. Посмотрите на этот потрясающий блеск. Его столько, сколько нужно. Сегодня вы максимально экономите вместе с телеканалом Shop & Show. Сегодня в подарок вы получаете платок. Можете подарить своим близким, можете оставить себе. Но мы напоминаем, что сегодня многие женщины выбирают для себя как нарядное платье, так и блузу. Особенно многие вдохновились просто нашей блузой, ведь она приходит к вам с кулоном. Казалось бы, микс двух блуз. Это летящая шифоновая блуза и топ. Топ сделан из вискозы, он очень приятно будет по тактильным ощущениям к вашему телу и будет закрывать ваше тело. А легкая шифоновая мечта, просто король струящегося силуэта, поможет скрыть секреты вашей фигуры. Но наша блуза вдохновит вас на яркий выход, потому что она украшена кулоном. Она украшена кулоном и по цене только сегодня 2299 рублей. Цвета на выбор и размеры от 50 до 60. Но мы не забыли и о тех модницах, и, кстати, о молодых модницах. Mm-hmm. Моя дочь с удовольствием бы выбрала для себя такую тунику, ровно так же, как и моя мама. А почему? Потому что сегодня дизайнеры предлагают нам такие модные тенденции, которые хороши будут для любого возраста. Например, одна из них – туника не только на каждый день. Если вы встречаете Новый год на даче, в кругу семьи, и хотите уюта и тепла – это ваше решение. И вы получите этот уют вместе с туникой Синди. Сегодня цена премьеры – 2699 рублей и размеры от 50 до 58. Ваши звонки абсолютно бесплатные, ожидание на линии тоже бесплатно, поэтому если вы уже влюбились, звоните. Три цвета на выбор. Горчичный цвет выступает на первый план. Обладая таким эффектом тепла, вам уж точно будет тепло, даже независимо от состава. Брусничный цвет выбирает сегодня 50% модниц по опросам телезрителей. А в прошлом эфире я уже отметила для себя эту яркую бирюзовую тунику Синти, и поэтому сейчас я тоже поближе.
же ее к себе? Ну, очень хорошо видно, что наша туника имеет, помимо комфортной ткани, кстати, раскрою секрет, здесь у нас содержится пан, заменитель шерсти, здесь также присутствует и несколько процентов натуральной шерсти, поэтому она обладает очень хорошим тепловым эффектом. А это, Ариша, очень важно, потому что многие думают, раз вязаная вещь, что она прибавит мне объема. Нет, да. Если правильный состав, то в нашей тунике Лада вы, наоборот, будете постройневшей. А наш состав, по-моему, правильный, потому что, если я не ошибаюсь, Лали. Да, постройнела. Ну, Лали выбирает такой же цвет, как и ты. Лали выбрала для себя оттенок изумрудный. Это еще раз доказывает, что такие оттенки подходят как ярким брюнеткам, как наша Арина, так и блондинкам нашим, как Лали. Ну, Лали сочетает сегодня тунику Лада. Кстати, она выбирает размер в размер. Посмотрите на ее формы. Вот за что я люблю тунику? Она помогает скрыть какие-то секреты. Лали выбирает еще брюки Анжела. Да, здорово. Вообще в тунике чувствуешь себя более уверенно. Свет, вот я смотрю, здесь кожаные вставки. Да, на первый взгляд может показаться, что это натуральная кожа. На самом деле это экоматериалы. Но ты знаешь уже, что сегодня эко-кожа пользуется огромным спросом не только в изготовлении сумок, обуви, но еще как такое украшение, аппликация, например, на вязаных вещах. Она всегда дополняет какую-то, какую-то изюминку. Ну и я обращаю внимание, посмотрите на этот блеск. Концевик на нашей молнии тоже выполнен в стиле серьги. Вот такие украшения, запоминайте, мои хорошие, что вот такие украшения дополняют и делают ваш образ необычным. Слушай, Свет, здорово. А как мы будем себя вот чувствовать за счет ткани? Как, комфортно ли будет в ней? Да, я думаю, что в этой тунике каждая женщина будет согрета любовью. Это точно. Давайте посмотрим на модель. Вот, между прочим, видно сразу невооруженным взглядом, что у Марине комфортно в этой тунике. Объясняю почему. Если бы она кололась, на зоне шеи были бы уже покраснения. Именно эта зона часто выдает некомфортный материал. Вот, кстати, проводите эксперимент. Смотрите на наших моделей почаще. А туника, имея свободный крой, позволит отмоделировать фигуру. Это раз. Но ведь и карманы здесь не случайны. Да. Они не только функциональны, они не только здесь как аксессуар, но они еще визуально стройнят бедра. Вот сейчас Марина повернется к нам и покажет переднюю планочку блузы. Ага. Вот за счет карманов, которые делают на брюках, когда они выравнивают зону ягодиц, а они делают меньше бедра, то здесь мы отвлекаемся на наши карманы, и тоже наша туника Лада моделирует нашу фигуру, ровно так же, как и черные вставки. Знаете, потрясающе, здорово. Вот не просто так здесь эти черные карманы, здорово. Туника Лада – это идеальное решение, чтобы согреться в период новогодних праздников, но не только согреться, но и сохранить яркий стиль и хорошее настроение. Вот, кстати, Орешенька, сейчас, наверное, наши телезрители, наш режиссер приблизит. Я хочу показать, что вы увидите ворсинки. Видите ворсинки? Да. Отлично, это еще раз доказывает, что в состав нашей туники Лада входит натуральная шерсть. Как стилист могу вам сказать, как сегодня часто производители обманывают покупателя составом. Говоря и выдавая шерстяные изделия, а на самом деле там синтетика, они говорят, что это шерсть. Вот как проверить? Конечно же, ворсинки должны быть видны, потому что натуральная шерсть все-таки это ворсистое волокно. Вот вы знаете, а человек, который хочет, чтобы вы сэкономили, я хочу вас заверить, что в магазинах, где есть натуральная шерсть, в составе натуральная шерсть, стоимость этих элементов гардероба стоит просто, ну, от 3-4-5 тысяч. Но это все почему? Потому да? что шерсть обладает очень хорошим согревающим эффектом, и в состав шерсти входит ланолин, который благотворно влияет на омоложение кожи. Наша яркая туника согреет вас и поднимет вам настроение в эти новогодние праздники. 2699 рублей. Это цена премьеры. Мы прощаемся с вами, потому что сегодня мы с Ариной уже закончили свою модную рубрику. Я встречусь с вами в рубрике «Красота». Арина Нагаева. Светлана Воронцова, ваш стилист. Пока. Счастливо.